Усман Нурмагомедов вернулся в Дагестан с чемпионским поясом «Беллатор». В аэропорту Махачкалы радость успеха с бойцом разделили его самые преданные болельщики, близкие родственники и друзья, а также наши корреспонденты. Курбан Рагимов пообщался с новым чемпионом и узнал, что стоит за этой победой. Первая за два месяца встреча с отцом. Новый чемпион «Беллатор» надевает пояс на самого главного болельщика. Поздней ночью радость победы с Усманом Нурмагомедовым разделили около 20 человек. Здесь только родственники и друзья. Приехал также министр спорта Сажид Сажидов. На протяжении всей недели очень сильно переживал. И дядя рассказывал, что он ночью плохо спит, и поэтому что я уже не могу его подвести. И сразу по приезду поставил на плечо отца, что он уже успокоился наконец. Весь мир смотрит, нельзя подвести себя, там, свою команду. И с одной стороны это чуть-чуть давило тоже, но с другой стороны мотивации больше было. Поэтому, алхамдулилля. Осень для Усмана и его команды выдалась во всех смыслах золотой. Ровно месяц назад титул чемпиона UFC завоевал Ислам Махачев. И вот теперь в копилке школы Абдулманапа Нурмагомедова новая престижная награда. Многолетний труд заслуженного тренера страны продолжает давать свои плоды. Одна из престижных версий недавно, вот, буквально месяц не прошло, как встречали Ислама Махачева с поясом UFC. И сегодня пояс «Беллатор», да, поэтому всех души поздравляю. В первую очередь нашего чемпиона, нашего героя, который принес нам столько радости, естественно, всех дагестанцев, всех болельщиков, чтобы на таких ребят, на таких чемпионов равнялось наше подрастающее поколение, наша молодежь, прославляли нашу республику, нашу страну на весь мир. Я смотрел дома, в кругу семьи, с братьями. Ну, переживали, конечно, очень. Переживали. Человек опытный, его соперник был опытный. Потом все время ждал, держал правую руку, всегда наготове, чтобы одним ударом все решиться. Но Усман оказался более готовым, чем он. В планах у бойца заслуженный отдых. Две недели без тренировок он проведет в родном Цумадинском районе. Бабушку хочу увидеть. Моя бабушка, она сама остинка, остинские пироги покушаю. Она готовит очень вкусно. И там дома побуду с семьей. Пару недель, наверное, да, заслужили? Ну, две недели хотя бы, надо чуть здоровье привести себя в порядок. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.